Добрый вечер на канале муниципального телевидения «Новости района». В студии работает София Карданова. В преддверии уборочной кампании специалистами Управления сельского хозяйства проведена проверка готовности зерноуборочной техники агропромышленных предприятий нашего района к полевым работам. Подробнее об этом в репортаже Марины Хубсароковой. Приближается горячая пора для земледельцев района – уборка зерновых культур. Согласно утвержденного плана, в преддверии уборочной кампании специалисты сельхозуправления района во главе с начальником Зауром Хасамоговым и совместно с начальником инспекции гостехнадзора по Кашхабскому району провели проверку готовности зерноуборочной техники агропромышленных предприятий района к полевым работам. По визуальному осмотру специалистов управления сельского хозяйства уборка зимнего ячменя по предварительным данным, начнется где-то дня через 3-5, это касается по сортовым признакам. Значит, французские сорта, они как бы раннеспелые, они начнутся по нашему виду, значит, дня через 3-4 где-то в районе. И в связи с этим сегодня мы проводим смотр техники по району. Значит, в районе более 100 единиц уборочной техники. На сегодняшний день в районе готовится 93 единиц уборочной техники. Из них где-то больше 60, где-то около 60% это высокопроизводительные комбайны, это Дон, Акрос, Полесье, импортные комбайны. Ну а процентов 35-40 где-то у нас это Нивы, Нива Эффект и Енисей. В этом году, значит, в районе к уборке подлежит более 17 тысяч гектаров озимых культур. Это 1700 гектаров озимого ячменя и около 16 тысяч гектаров озимой пшеницы. Также к уборке мы уберем в этом году, значит, 600 гектаров зимующего рапса и 500 гектаров ярового ячменя. Но я думаю, значит, мы своими силами, если будем убирать, то нагрузка на одного комбайна составляет около 180 гектаров на одну единицу. Это как бы и не мало, не много, это средний показатель. Я думаю, что мы уберем все в сроки и без потерь. Комиссия первым посетила хозяйство Зураба Зехова. По словам главного агронома КФХ, в этом году к уборке подлежит 50 гектаров ячменя, 500 гектаров пшеницы, 50 гектаров подсолнечника и столько же гектаров кукурузы. Для дальнейшей их уборки в хозяйстве имеется вся необходимая техника. 5 комбайнов, 3 из которых совсем новенькие, и 5 КАМАЗов. Готовность к уборочной эстраде, по словам специалистов, здесь стопроцентная. Следующим пунктом назначения стало хозяйство ИП глава КФХ Шушоков. Фермер обрабатывает около 1000 гектаров пашни, из них зерновые занимают 450 гектаров. В наличии имеется один комбайн марки «Акрос». Комбайнер Зубер Хаконов отметил, что практически хозяйство готово к малой жатве, которая вот-вот уже и начнется. Уборочная кампания, безусловно, является самым важным и заключительным этапом всего комплекса технологических работ по возделыванию сельскохозяйственных культур. Успешность проведения этой кампании зависит от своевременной и качественной подготовки уборочной техники. С целью проверки готовности зерноуборочной техники специалисты также посетили хозяйство Николая Хтинчукова на Тырбовское сельское поселение и Василия Федорова – Кашхабльское поселение. Техника вся у нас в этом в наличии, исправная, уже мы к уборке готовы. Комбайн один, у нас две автомобили отвозят, которые ГАЗ-53 на отвозе. Так что все у нас вроде потихонечку идет. Площадь 140 гектар, у нас вообще 380 гектар, 140 гектар пшеницы, 25 ячменя уборочная площадь. Так что мы это... надежды всегда надежды. Человек всегда надеется. Я думаю, потрудились мы неплохо в этом году. Я думаю, Бог нам воздаст, и мы постараемся, чтобы не быть плохими.
По итогам рабочего визита представители управления сельского хозяйства и Гостехнадзора отметили достаточный уровень подготовки техники аграриями Кашхабльского района для проведения уборочной кампании ранних зерновых культур урожая 2018 года в оптимальные сроки и с наименьшими потерями. На сегодняшний день, значит, готовность техники по району где-то 80%, 70-80%. К уборке малой жатвы практически готовы комбайны, это уборка ячменя, но там площадь небольшая, 1700 гектаров, а к уборке озимой пшеницы, я думаю, 100% будет готова вся техника. Пожелаем всем труженикам сельскохозяйственных предприятий нашего района большого урожая, удачной работы и успехов. Марина Хубсарукова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабского района. День социального работника – профессиональный праздник сотрудников сферы социальной защиты населения, который отмечается в нашей стране ежегодно 8 июня. В преддверии этого праздника наша коллега Натуся Кучмезова подготовила специальный сюжет. Социальная защита населения – это признак развитого государства, проявляющего заботу о своих гражданах. Помощь в оказании подобной защиты призвана оказывать специальные люди – работники социальной сферы. В их честь создан профессиональный праздник – День соцработника, который отмечают 8 июня. В преддверии праздника мы побывали в комплексном центре социального обслуживания населения по Кашхабльскому району и встретились с его руководителем Сальманом Малаховым. 8 июня будет День социального работника, наш профессиональный праздник. Этот год особый, юбилейный, 100 лет со дня образования социальной сферы. Социальная сфера в нашем районе представлена управлением социальной защиты, то есть СОБЕС, как в народе знают, и наш центр ГБУ РА, ну, Республики Адыгея, Кашхабльский комплексный центр социального обслуживания населения. Мы привязаны к Министерству труда, наш министр Джамбетович Рамазанович Мирза. Наш центр по республике самый большой, у нас два филиала. Натырбовский дом-интернат и Натырбовский социальный жилой дом. Таких филиалов ни в одной центре нет. У нас самый большой центр. Ну, плюс еще это 6 больших отделений социального обслуживания на дому. В общем, у нас по штату 160 человек. 32 человека работают в пансионате. Обслуживает 43 бабушек и дедушек на постоянном стационарном обслуживании круглосуточно. На полном обеспечении у нас очень хорошие условия. 2 года назад за федеральные деньги мы произвели там капитальный ремонт. И очень красиво, современно и доступно. Социальный жилой дом, 30 квартир мы предоставляем тем, кто потерял свое жилье по разным причинам, пожар, наводнение и так далее. И они практически все находятся на нашем же обслуживании, социальными работниками обслуживаются. Здесь в центре 6 отделений, как я говорил, 87 социальных работников обслуживает более 600 бабушек и дедушек, инвалидов по району. Услуги довольно разнообразные, исходя из требований самих же подопечных. 7, 8, 9 человек одна соцработница обслуживает по графику и по определенному нормативу времени. Сфера наша довольно значимая, и особое место в нашей работе занимают дети, говорит Сальман Малахов. В конторе у нас 19 человек, в общем, как я говорил, в итоге 160 человек. Сфера наша довольно значимая. Любое движение касается нас, что определение в соцдом, что определение в пансионат, бабушки, одинокие, неимущие, бедные, вот кому что помочь, без нашего участия ничего не происходит. Плюс еще дети. Дети имеют большое значение в нашей работе. Целый отдел занимается, это отдел материнства и детства, детьми занимается. В данный момент около 70 детей находится в оздоровительных лагерях. 2 морские, это самое Джубга и Анапа. И плюс еще наши 3 лагеря, Кавказ, Горный Лань.
Очередь большая, к сожалению, путевок на всех не хватает. А плюс еще санаторное лечение, горячий ключ. Помимо этого обслуживаются бедные дети, многодетные, социально опасные. У нас как бы они все числятся. Выезды, помощь. Вот день защиты детей было. Очень много подарков мы раздали. Мороженое раздавали, устроили большой праздник и в Майкопе, и здесь у нас в районе. Я 5 лет занимаю должность директора. В прошлом году мы получили, опять же, из федеральных денег большую помощь, отремонтировали вот это здание, переселились к Новому году. Мы очень довольны, качество и уровень работы, как бы работать отрадно, легко и с удовольствием. Хочу сказать большое спасибо социальным работникам, тем сотрудникам, которые работают в нашей сфере и в моем подчинении, за свое терпение, за свое отношение к пожилым людям. Ту пользу, что они приносят, оно бесценно. Хочу поздравить с профессиональным праздником, пожелать всем добра, терпения, крепкого здоровья. С праздником вас, дорогие коллеги! Ну а следующий наш видеоролик посвящен заведующей Бличепсинским отделением социальной помощи на дому Нафисет Шишевой. Десять лет назад тихая размеренная жизнь Нафисет Шишевой совершила резкий поворот. Ей было предложено возглавить Бличепсинское отделение социального обслуживания на дому. В душу закрались сомнения, справлюсь ли, смогу ли руководить, пусть и небольшим, но коллективом, чему я смогу их научить. Все это немного пугало, но практика показала, что она не только справляется, но и отлично усвоила все тонкости профессии. Каждый свой рабочий день Нафисет начинает с небольшой планерки, на которой вместе с подчиненными обсуждаются планы на ближайший день. Затем бесконечные встречи с подопечными и представителями различных ведомственных учреждений. Ни одной минуты не тратит Нафисет впустую, всегда найдется какое-либо срочное дело. Она пользуется заслуженным уважением среди коллектива и подопечных, нуждающихся в помощи бабушек и дедушек, о которых говорит с большой теплотой, и они отвечают ей взаимностью. Неоднократно они пишут благодарственные отзывы в ее адрес, хвалят ее умение найти общий язык практически с любым из подопечных. Коллектив под руководством Нафисет Шишевой, помимо своей основной работы, принимает активное участие во всех проводимых в поселении массовых мероприятиях. Они также не остаются в стороне при подготовке аула к самому главному празднику страны – Дню Победы. В ее отделении также ведутся волонтерская работа среди подрастающего поколения. Под ее руководством ребята оказывают необходимую помощь пожилым гражданам поселения. Стоит отметить, что нуждающимся здесь оказывается всяческая помощь, благодаря стараниям неравнодушного руководителя Нафисет Султановны Шишевой. Несомненно, работа эта сложная, порой необходима огромная выдержка, ведь зачастую пожилые люди становятся капризным. Но сегодня с уверенностью можно сказать, что те сомнения, которые терзали Нафисет 10 лет назад, оказались напрасны. С поставленной задачей она справляется на отлично. Лето – пора отдыха и каникул для детей. Летняя оздоровительная кампания 2018 года началась 28 мая, и уже 60 детей Кашхабльского района отправились получить массу положительных эмоций и поправить свое здоровье в детские оздоровительные лагеря. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Специалисты Кашхабльского комплексного центра социального обслуживания населения принимают непосредственное участие в организации и проведении летней оздоровительной кампании. Работа по подготовке ведется в течение года. В
В целях организации летнего досуга детей и подростков специалистами отделения семьи, материнства и детства проводится большая работа, которая включает в себя комплекс мероприятий. Летняя оздоровительная кампания 2018 года началась 28 мая. 60 детей нашего района отправились получить кучу эмоций и поправить свое здоровье в детские оздоровительные лагеря Горный, Кавказ и Лань, а также Черноморское побережье, Электрон, Анапа, поселок Туко и Мечта, поселок Дружба. Планируется за период летней оздоровительной кампании оздоровить 250 детей из Кашхабльского района и 100% охватить детей, которые находятся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Тегатын адыгабзыч элэтагы куаты. Бэслэманхэм анахмазэ лапа уя ау хэсрэйнэм зажэхэрнэч мазэр ждэдэм рекочэм. А мазэр знэч инау зэтэйфэрэр, аш шапхоу пэльхэр, фэтэрэр зэшэшэр ич эр зэтэйфэхэр, нахьэгэ кутгобшэгэ гузэшт, хуаджи уджэр куаи ефэндэу бжэц пшэмафэ. Аллах мина шэйтани ражэйм. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи рабиль-аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва алихи ва сахбихи аджмаин. Аллах зведак амху, дунья зведак темху, Аллах азакун фаджарин япаджа. Наджмазак яхар зинеджхарим, наджмазак яхар япаджа синеджит узгизубитав. Мадач атламик зхимрашу, псифат атламик зхимрашу, амазар зинеджхарим япаджар Аллахам кафишану шиттир, кари тижину шиттим, огунара назрим у, Куран мик шиу тепиганбар шабу, Мухаммаду салату ассаламу куау шиттим. Аузу хочу не фаджара, Аллахам кутеву Кур'аном кшеву мурту. Вот ваш хуна ваш кхазжа бисмен гар. Шари шунечу нфая, шападжа шиахам заранет штам ваду. А нечу шито, пегамбарам Муса алейхи вассалям, Моисейчу заджахам. Мафатваджиту нечу шито, арафат кушхам дегвая иши нечу шито. Ашиур жей хасшихча тихуау кахо. Иисус Христос, что задержал Иса алейхи вассалям, аж фадакабзу ай нач мазал, у нач нфаю, а у чего шито, не пачала шезра, хатхас чилистан, динам иска, итхам, ахами аау, я нач мазал, казисан, я ау маху, а уж дадак я хо, шито, Кур'ан ра, ислам дин ра, ра, узахчуля, не пачала, Кур'анам, Кур'ан, тя читау, Кур'анам хуши уау шиттар Аллахам тарджа гаучуа шап хушит, гаучуа шиттым кичар адгыркамча ти фарзита у, харапабзача фарди у, туны карыч рыззы. Ауз ухчуна непфаджа нач мазыр пыгун фаю маху, Аллахам пшаш хушитмы. Непфаджа нач мазыл пыгур, кыпш хапажишта ахрат мафым. Аллахам дақи тижитыр, Аллахам ташты куппагочишта нач мазыр ауацифын, Ол губча кабаушма, не фаджара Аллахам мошту ктеу. Начмазар сапаяча зубиту, Аллахам пая не фаджа. Тогар кузишкочу, тогар зишкохрама, азвак витвахтам, начмазар сагунча ниет сатыз ол. Не фаджа зитрам, ниетр, не фаджа зиначрам. Гунара назреем ол, амафар сафазгадбагон. Анафам чесла шура дахара фачан сейдр фачажин чесла гуа и уса Аллахам кте ушит. Ауза хучара не фачара кабца он ушитеп нечмазам фигдил хасир бисменам же. Вара хочфо, вара бзисфо. Же бэ гагумачла цифхари гагумачих ташту нечмазар пыгу намазар умишма муафр ташту хушта зуа упча хазга учкарыш их. Начмазар касался с аптепкчанепа Весус Ирая Саважуса, а начмазар апайчас агатсворами начмазар хаудежуаху. Да, артучахру. Аллахам пайпочеву начрам. Вот ап, в Весу не пачали набирать пшоу, не пачали Весушку амкшибачану, начмазару убутову маху, ар Аллахам пайпна. Не пожила казвам тети таубш ау махсуру тарзеп. Ситфадуз уфами Аллахам убийцу шитма. Аллахам же не пожа узафу шиту. Аллахар зишаш хурама вашишу. Ла илаха илаллах Мухаммадар Расулиллах. Аллахар зи.
Аллахам напомнит хашап Мухаммада Раши Расули Офтаб Гзуану Ваши Шушитма, не печенеч мазр Пахома, сит падуз уфами на мазр Зишима Хужих Харам, Джума на мазр Заджаху, Пятница на мазр Вуку, на мазр Адепшма, Зину Ижуаха Гуану Арзар Шитр, Айтур Загусан Файшит. Арзару не печенеч Нач мазр са аваз орам, джима пачак за расвал, ишкан фаю катефен фаю шитр, джима касвахам атеста, нач мазр зашиву бутин фаю мафам, твар комичуры, ау вахту не пача, нач мазр зашиву жирам цифхарта нававаху маху, ай кичурам швид. Не печера сахатр шукунча минут-точ ратфрей о. Начмазам и вахта кеха. А дэнди о сэската жадим сёшкэй о. А вахта кэджи харам азан кэджи. Азаным кэджи джирар а вахтан ди укаушин, укигаушин, не печера уфахазырын пабшэча начмазу кеха. Дэгэцко зэптачан абдэзэпштэн ниеттэн намазбштэн жара. Уфахазрин фая каспахар, вохфаджир, пшкатри кара хазрин, пшкатри кара стрин, катараучан фая, ахину вахта, ахам шитшира, сахатр шимухура и бражену шитеп нажмаза. А каспахам тетитау, ау тагар кокочинчара, минут очитура, тфрам шимича, вохфаджира, ушкамахушт. А кичара не печа, сахатр пшкахунча, пшедижим, минут очгора. Минут очередь фрагурей о, джайш фрадизинча, а вахтам крюбута ушками, фарифа уаб, арзаришитр. Джи уха ажин зухчара начмазан епет ого, начмазу плаван тетитау, псифати ультешт, медачи ультешт, апхададда узарха ажин фаю дзининча овшо шитр, ква еж харабхам а тетитау финик, зит ушвора пшхмей удалуи о, та финик тади кшичура Татадиш Эрпсрар, Аш Уриджара, 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 Муфасах зара, пситак уешен, ошегуами бачакин зара, и тогда ушкапет зара, удешежме нахеш, да, артуча охру. Псу не пей бахвар, муфадиз псифата, мультау, зеча зипшича ушкажину фейжим. Аркас, так, кашеча, гаучо, шитим, аркас, так, и два хру, пауза, вчера, джимахзара сван, титуха, ажин, звучит, джапсам, уешен, арк, зеча манахдагур. А вот вчера я пожелал, начмазер, те фехарам Аллахам гупсафу даху марака тагу хупат начмазери. Инша Аллах, Аллахам уна хидма, фаллахам татрияхан за джими. Зинечоухами, зимнечоухами. Начмазер, зинечоухам, не пожелал, Аллахам че шнауа зари ар. Аллаха лишь аш зар хурар. Аллахам не пожелал, сапаяча зинечоухам, и о. Саястыжит извадизы сасажуай уэжим гаучхошит сура Аллахам птитижин зажиби. Уш агамисил. Начмазар шахаты кутфагаучужит каймат мафам. Кур'аным еджуахам Кур'аным шахаты кутфагаучужит. Намазы жуахам намазар шахаты кутфагаучужит. Ахры зачем дыхатушит начмазам, начмазамазам шы. Не пачара. Ападад дыш ашхунава уйо. Аллахам пайзар вунечарав. Аш уриджара не пачара, зигураджа куп гурам ухафау шитма, гуш алия гура ауама. Я саджа татадиджа мачанакут зарисам, так джинам шуага тухо шит. Ауза хучара хунаб зигура жак дача у шитам, мар джахун шусасе, у непа начмаза сал синачуса, шумухан, мо самбуру не пачара сазгазгас ауша ауама, зача манахишу ару шитар. Начмазар хата зитем фарар. Та двигаемся мы через захватываемое хо, убчаго катуемое хо. Псохвиш уже причмы, я псохом уже причмы. Япо, умные чужими хоть огорок хочу. А вот это пары из хаоса, это уже псошхарс китлежи. С горанди из хаоса едят, пайно котхаушет. А вот что чага ушел, это с горанди.
псыхор пачыжо е псыхуищым азбаг сесу укон е шу укон е кум вису е чук ворм вису укон звуча а вахту жауан тетитау дэхачай вахтар ехэ кин вихан вая маху ау звуча а тетитау кон шум нэч михуш тамафыр ау ау шо шитган вая ау нэч мафыр нэч мазыр звухча хидма мафишим урча у нэч жин фая хаппаху А начмазы умнечом, хахажи умнечом, азмафр хахажа, начмазы Аллахам айи ипсапаку и тижнушиту, ары начмазы зарал шоушитр. Ашвуржа хата начмазы резитем фер. Начмазы резитем фер не пече уцешен фаюшитим. Не пече шеешен ваймаху. Нахбари ешохи кхачи. Псаунауш а не пече юкреп. Ти псаунаухар цифхам варахочфавар абзитфав бамеза ахаушит. Ашфада цифм унечин фаю егогозжер фенечнуштеп. Даз поче уцим земишче, а уцу земишам ияга какош земишам паечле, ияга ячме ашмари хаудием лаху, а уз хужжер зепки учежон я поче сухожасе шукур алхамдулиллах иш уштмафм, ригажен сере менечор зече менечин фаю хакфа. Ашта фенечу бзитфамче خوانه فیچو بیش از قدر زدمی اگو کالش نپرال نیا پیچه بذش فرم سابیر اند به قدر ریزاوشیت ما ام نجمه نحش عقل او چوشت در ارتوچ شیتر نیا پیچه بذش فرم صف مشکرم تیتیتا سابیم غملات خو وتر یعنی قال هم تزرخی او چند تیتر او یانشکو و نشکور زیچ ایشیش سابین فکو سابیمی خون آرز زرخورر آب خلقچه وچت می یه یناغچه زرخون فهم فدیزی وچن فایوشیت مین بگوزم ایستر آخر زیچ قش حپنوشیت تو الله هم او چوشیت شاب خماشیش او زخچره نبگوزم ریزاوشیت شیت تو زخچره بزیت فرمچه و منجمه نحشو او چوشیت آشور جب زد فرم سابق فخو سابق فخور بزشیشون وای بزشون تا اون دنیام که خواب پری کاش ای وقتش سابق صفر صفر کیوچن هیت کاش ای زیباش که کاشم نه پجرت صفر فخو دنیام که خواب سابیم آقتب کی امی آقایی امی اگرچه خنده دیگه می زدیمی آنسن فر آنسر پشتب خبتن هیت کاشن آره نیا پچه را اول شوشیتر یفسیتوم قشیمچو سابیر بزرگشون فایو دست فرم چشید. آغاز وقتی رفته دکازو یفسیتوم قطع سابیر لگشون پچه را نیا پچه دست فرم مشکل را و نشکر آرش شرق دیگر. نیا پچه پسیم شده شری پخته. نیا پچه را و نشکر اشکار زیم و نشکر دیگر بذشته پخته. آخر از اینجا قدر پیتما سابی زیو جمع غزل اسبان تیتا و سابیم یجرم ام نجم خونشی تو آوچو، ابشی نجیو شتاب، ابشی نجین فای واو یه جا همچنین اب مسپارش حیط کت ماریت کار سکس گوشی بسال فای قاصر آو دختر جار آو فرزری شتر، ات آن سابی خو خت از نجین فای شتر نه پچره، ات از پشی کو خم خواو، ات از پشی کو تفزنی بج، خود فاجعه ات کردمی، ات از پشی کو گر زنی بج. بزیت فر پسشت کردمی آن چینو آتیم فو آره او چوشه. آو یه جیانیات هم یه سابی سنجید او هبوجال هم قیغاهو شیوانو ات سنجید فای نپچه سی سنجید فای او سابیم خوزخجره. زمافمی مفیدمی مفیشمی فشیشتم فدیزجره آن چیم دعونه دیب. عالی سابیم یه ارگانیزم چه تیوچن فای مخو آ وقت تبر قزیست می‌دانه نجیون شوخم نحبسین چه فخورت ارگانیزم ری سالم نخونه چن. آرشون یه پچه سابی کم چه افر آرزشیتر یه پچه وش آن پای نجیم ازت اگر زوک پخره سد شیشه پوک چه ابرم شب قدر پشت ماده نجیم از چه وار امازر و نجیم فن وار نه حاوسد می ربع کوچ نوارب نجیم ازم مخو صفم زد فرق شرحان فایم آخو، اون اول غشکن فایم آخو، خدمت شب زد فرق شرحان زخچرا شوغاشش اتا، مشوش اتا،
унаво шашаха айтын шугаш учу фашхтып ягубжитх айып китчэрэ ажрам ха абу ишугага епсу къыди хыжу изижмэ укагъу хурып нэчмазэр ашфэду гушан пэсэш хаджэ сэксэхтаз гъэзгъэт чэрэ згыр мары къахуж дэдэнди вяхапсэш чэдижим вэштэгу къешхоу зэчэ гъэкъабзаус абэш нэчмазэ мафэ къыпис чишрэ дэсхау Езга хракус укъачжо нэчмазэ зэрэсор Алам сесэу ялаксфэу смышагъэшхо Ашфэдэ вахтэн ди алахан къыпэгъэгъу нэчмазэр пэбзэжинжра мафэр унэчит унэчӏэч алахан пэгъэучнушит Умышахэ ебгъэхъу мэхъу псыр пӏачӏэгъу пшычӏу мэхъу зэчэ цӏыфхэр зэфэдыр Аваш дежинди укъызычыжэнди непэчӏэ схэажьэсы схэажьэу сышхэ тумыӏоу Апшхотэкумча алахам эсэ ужала кысвага сымшагыс хаба сымшагыс шхо сымшаку эзгахыз бочры алахам фиго амафриаш фада кабзу унэчо алахам фиго учужит арышадан япэчэ гупсэ фудаху алахам тиганэчин аш уруджет аны каз унут ройгор кадр чешишра уазгахын лейлатул кадр харафы бзэчэ лейлатул кадрым кичэрэж мукасвара А вахтер зригажир жилигажва хушит мафипшу мазым шишу канажрым чешу хафрым тесита кызшу битти пармиз урып ер пигамбару вассалату вассаламу атап ама мафипшим мештим чесу чеши мафит хайса уны мазгырышу куранын бе жошитол ахырдачы псапы ахырдачы ахырдачы псапы гыр ахырса рахмзы жимик титижин ача шипшу дегез курезга кочхырым Аши уруджи касымы тревора чешипшим е не пэчэрэ чешим ва абдэзбу ва намазычхэн дэвэшмэ намаз фэмышхэм сэдшэна а чешипшим кью бэтэрэм вахтэ горэм Аллахан дэж лэ ухэр занчу ку мэхсэ зэш ху бэтэрэм шэрэпшэн марджэхэн Аллахан шэз фэмчэ шэсэ е усэк тэ у дин исламчэ гау чошитэм جای شورجان یه پجر فدیاس داقاو سه شیشا فدیاس داقر سه شیشا تابش ابتن فری تابش آغوشنو شتر یه پجر مفتیاتو تیم دین اسلام جن یه پ مفتیو تیم قاوچوشت مفتیاتم ش آغوشان تیش تاو و یه جهرب خمچه آغوشو شتر ترجه تفزش از چنین شیتاب داره بوده شکار پشت ما و آخرش دخیچه ابتدی نفای پشت آو شیق و مرتز و آخر نبود پپش کیلограмی شیم کیخ نبود پپش کیلограмی تون کیخ ابتدی نفای ایدیاتی فر آخر آگزوان یک وسا یه سین چیکار و تصفیمی انتیشی تاو آخر ابتدی میخوشت تنها بامجه آخر آراته یه پجرا فیضیاس داقت تن زوجره مفتیاتم جغل رسول قاوچش شاب خوش ار سومیشر شن قرار سومشیت و آفادیز قاوچ نوشی توسط زری بگرم چون یه پچله گوش آن پایین بغل زخیب زبروی یسوس بزیس فرزاقونه زاجوی میسوس آبیکر ی او سومشیت تن زوجره قشچ داد بچه آسایبیس پپش قافی شفتن فایل مخو عاشقتر مافق استقاش کن فایل مخو آواز خوشالن یه پچله دکو حساب و خونچه سی نگویه اوب پچل رو صفم سومشان خونچ افت سومیبش اینچ افت یه پچه سمرسی گو پچه مرسی ارشوسی الله فدیا صداق سپج و زیت چرل سازل بگانم چه الله هم زج ابتن فایم فدقاب زو قفیق اوشن قفیق خوچین وارد الله هم زرشی بگر داد پچه صفم زلیم آریش یا پچه فیگا خورب، یا پچه ایسابی ریگاش کتیم کشیگاچ انفای نخو، یا پچه ایسابی کفیشفتیم کشیگاچ انفای نخو. آشفته زخرندی، آرپساپ خوچرب، کشیبگاچ آغاز خوچرب. آرشونه فیضیاس داقم چی مغزه رسوا، قاوچتیم تیستاو زرزرگ جدکم، آقاوچتیم تمن آحش. زیم آخرم زفی مقخرم، زیون آوچه زفی مقوشیتکم، چی مغزه رسوا و زیکوم آریپساپ. الی سواد بود. حالا شده خواهونه فیچ او مفادیز بتن فایب آنو تا تی خواه بود زرسیم چه تی اب. اما دیز آخرش تا غذیجرب. اما دیز آخرش قدرجنو تخرب.
пенсию тадхари мачу, а пенсию тадхари мазри бакун сабихари бакун пенсионер хам ати внучка внучка кузбоча хам из гора фабшефини тайп тижин фаз учера тейт фила куроб, а уж агзарисвал зари купш мэдэ чмэ нахшурар. Хатаз вебтин фаю шитр фидия садакар звебтин фаю шитр сабию хахо зипсепту не пачу науки хухам шагжау унагунчо йисин пач. Лажо шитма висабихар, ежен ашхафа тижин вая. Ау, джимагзарас вау, бзисфоу капчугум фептин фаюшит, висаби джагзарас вау, цикхари исма фептин фаюшит, ми лажо исма, винесатик исма, гушан паэм зажирап, ай фептин фаю маху, сит фадау жрамис пса зипту, не пача унагум шишу, вапсау ям тетитау, вапсафу даху садакар, فبتنا آروم او شو نفرتی فدیه صداقو شیر. آشور جه قص اونو سزفر نپجر لیلت القدر زی اول چه شری او وقت قص اسلام دی. شب قدردم جه الله هم قطی او قرآن مرتقشی او. شب قدردم جه س قرآن در آتشیم قشیز غخوی او. ليلة القدر الشيشة وشيش الوجع ومحمد أسوء بترقية القرآن مقشئة دنيا تيت مزا من ما أنا حساب وشيش الشيطي أسوء قتئة والله هم قرآن الله مكزر تمقاس أخر أشيش دي تقوم قيخخ تقوم قوخ غنائم إم أمالي إشخر تصفو تيتخن تصفو زناج أخن بسمنخن عناج أخر أج آخر ها اخر زدچه عتق الله حمدی زفر حسجو فحص را واجوشید. آتشیم تیغ صحاب زیتاو جلیق زرسوان تیتاو آتشیم نحش مزمین ما خطب مزمین ما پوچو آتش زاقر و پوچو الله حمشید شر الله حما قدر چش داخل قصی حشتو زیتا اخر قصی غاخشتو گوبسفو داخل آتشی ری زخشت مش الله حمدی جنو نپچ زیر مسافت آو. آواز اخترا جدی میخواست حجم را یور. آتشی شر یبو قصد آشید لیلتر قدر از بر چشش قدر چشش شر از اسوار قدر چششم ششم گوش نمیسو نیفتر جدی ریغاج را خوشید م چشش چشیپسو کن فایوشید تر مازر تو خنم ما فیبسو خنجرم چشیپسو خفشتم و زیست آواج فجع و زیست آو قیو بتنجی مخ تیو بتنجی مخ تیس آخر الله حمد اخنجی مخسر گوبس فود داغ و آتشیم شفت آو الله حم هدم فدخ دد دقت فری راحتو الله حم گوبس فود داغ و پسو آهدم آفم تی حشتو زی سابی خم چه قنی محال سابی خم اوجش از فکشتو زی سابی خم یا سابی شوق زلی تاخرت اخشو آخر یا سابی شوق زلی تاخرت اخشو حرز تاخر آخر آشو الله هم گوبسف و داخو عید مافز جمیت تراحانو شو سفلا او آره سعی پنجو قص اونو سزبیار آره اوب چوک سات خم یا جواب فک استیج آخرشو جلیزا قص اوجو الله هم شو چه سفیق زن الله هم داخو چه سفیق زن زجمی На этом наш информационный выпуск завершен. Я же с вами прощаюсь и желаю вам всего самого хорошего. Это тот, кто вынес котенку попить молока. Это те, кто своих в беде не бросает. Это те, кто рядом, когда они нужны. Не один раз на камеру, а каждый день после школы. Это тот, для кого дети не бывают чужими. Это тот, кто готов поделиться самым необходимым. Это те, кто ценит жизнь.